задержались! Давай сворачивай к переправе! Переправе! Ясно. Давай, быстрее! Я прикрою! Давай! Быстрее, Свиридов, быстрее! Светать начинает! Сейчас мосточек, потом лесочек, а там и дома. Свиридов. Ничего, прорвемся, товарищ командир. Взрывай, Свиридов! Взрывай! Вы уверены, что установка осталась цела? Она пошла ко дну целой и невредимой. Я видел это своими глазами. Штандартенфюрер, сколько же вы охотились за этой дьявольской штукой? Почти полгода, господин генерал. Поздравляю, теперь она в ваших руках. Я хотел бы знать, плацдарм нами прочно занят? Мы их отбросили на 10 километров. Это значит, прочно? Пути передислокации батареи реактивных установок были тщательно продуманы, товарищ маршал. Действовали согласно инструкции. Нелепая случайность. Гитлеровцы значительно превосходящими силами заняли район, где затонула установка. По имеющимся сведениям, они стягивают туда крупные соединения. Есть. Есть под личную ответственность. Установку во что бы то ни стало, надо уничтожить. Что вы намерены предпринять для этого? Я полагаю, товарищ командующий, лучше всего с этим справится авиация. Мы забросаем место затопления установки тяжелыми бомбами. Забросать, конечно, можно, товарищ комдив. Но где гарантии, что установка будет взорвана? Мы должны быть абсолютно убеждены, что она не попала в руки противника. Предлагаю немедленно снять с правого фланга 7-ю и 12-ю дивизии и с моим резервом выбить противника с занятого участка. Оголить правый фланг в то время, когда противник атакует по всему фронту? Разрешите, товарищ командующий? Пожалуйста. Товарищ Озерин, командир отряда особого назначения. Действительно, авиация не даст гарантии. И оголять фланги рискованно. Есть другое предложение. Бригада сформирована в первые дни войны. На московском стадионе «Динамо» из лучших спортсменов страны. Боевое крещение. Работайте. Получила зимой 41-го. В боях под Москвой. Группы и отряды сейчас действуют в основном в тылу врага. Выполняют особо важные задания командования. Вилли, холди кане шнупфен. Вильгельм Штром, немец-антифашист. Тоже спортсмен? Нет, инженер-химик, товарищ генерал. Работал на заводах Круппа, мой старый друг. Старый друг? Когда же вы успели подружиться? О, это еще там, у меня на родине. Оказывается, мы оба футбол любим.
Ну вот, однажды на стадионе наши места оказались рядом. Вот и познакомились. Случайно. Район действия, товарищ генерал, нами изучен детально. И не только по карте. Кроме основного варианта, разработан еще и запасной. На крайний случай. Действовать будут Штром и Баблуани. Но это на самый крайний случай. Гуджи Баблуани, строго говоря, тоже не спортсмен. До войны работал в цирке «Универсал». Он и будет на связи с вами. А этот? Этот спортсмен. Виктор Грачев, студент-философ. В отряде недавно. Я его у генерала Егорова выпросил. Финишировать, извините за спортивную терминологию, мы сможем только вечером, в темноте. Убежден, немцам раньше не удастся перебросить водолазов. Но если это случится, Гуджи сообщит вам. Старшина Иван Прокопенко, чемпион Киевского военного округа, в отряде с первого дня. Честно говоря, товарищ Озерин, я все-таки сомневаюсь. Как вы обойдетесь без водолаза? Видите, этого артиста, товарищ генерал. Он-то и заменит нам водолаза. Этот мальчик? Ну, если бы сейчас устроить соревнования по плаванию и по нырянию, то ефрейтор Мудряков занял бы первое место. Он-то и есть наш главный исполнитель. Вторым номером пойдет красноармеец Стрельникова, чемпионка Москвы по плаванию, уроженка здешних мест. Смирно! Товарищ генерал! Личный состав интернационального отряда особого назначения отдыхает после утренних занятий по спецподготовке. Заместитель командира отряда капитан Зубов. Вольно. Вольно! Группа 7 в боевую готовность. Слушаюсь. Так где же она? Место затонувшей установки отмечено буем. Hier ist es wunderschön, Standartenführer, nicht wahr? А здесь хорошо, не так ли? Bitte um Entschuldigung, Herr General.
Здесь прекрасные охотничьи угодья, господин генерал. На охоту бы сюда после войны. Так что же все-таки предпримут русские? Могут перебросить одну-две дивизии справа фланга. Но раньше ночи им этого не сделать. Да и вряд ли они рискнут оголить фланг. Вам следует организовать там видимость наступления. Могут накрыть этот участок реки массированным ударом с воздуха. Наши самолеты будут постоянно патрулировать над этим участком. Но даже если они нафуршируют реку бомбами, у них не будет уверенности, что установка уничтожена. У них и у нас только одна возможность. Водолазы. А без водолазов нельзя обойтись. Среди доблестных солдат фюрера найдутся смельчаки. Дело тут не в смелости. Большая глубина. К тому же установка снабжена взрывным устройством. Его надо обнаружить и обезвредить. А это сможет сделать только водолаз.
Попрыгать. Иди. Ну. Пошел. Weiter beobachten. In Marschordnung antreten. Marsch, marsch. Bundesstaffel in Einsatz. Wir folgen. Где это случилось? Sofort den ganzen Laden durchkämmen. Срочно прочешите весь квадрат. Los ans andere Ufer. Leinen los. Jawohl.
Помоги же играть. Извини, подержи. Теперь ты понял преимущество планерного десанта? А если бы ты видел, как Гуджи десантируется? Цирк? Цирк. Не люблю такого цирка. Не проще бы на парашюте спуститься. Пока бы ты спускался на парашюте, тебя бы тю-тю. Мудряков. Соответствуешь фамилии. Извини, подержи. Товарищ генерал, первый на проводе. Погоди. Двадцать первый слушает. От кукушки контрольный сигнал получен. Основная группа пока молчит. Противник спешно укрепляет плацдарм у переправы, усиливает зону оцепления. Появились подразделения СС. Запасной вариант наготове. Вас понял, товарищ первый. Отжимает нас от реки. Будем прорываться через лес в каменоломни. Горячев остается со мной. Старший Прокопенко. Понятно. Thank you.
Или перебежками за мной. Товарищ майор, а мне кажется, до войны мы с вами где-то встречались. На соревнованиях по стрельбе, а? Исключено. Виктор, я, к сожалению, учился стрелять не в тире, и соревнования тоже проходили без меня. Иркутск, Варшава, Орел и Каховка. Испания в 36-м году. А вас поздравляю с боевым крещением в нашем отряде. Черт. Поле. Укрыться. Что же делать? Zum Teufel. Укрыться и никаких действий. Achtung. Вилли, что случилось? Напоролись на ЦОТ. Так.
Унтер-офицер Абельс. Говорит Абельс. Штурманфюрер, der Russe gibt sich gefangen. Er kommt auf uns zu. Русский сдается в плен. Verstanden, Штурманфюрер. Транспортер. Вижу. Йоген, ты kommst mit. Halt! Блер! Блер, господин офицер! На ком дох, Иван, ком. Откуда вы знаете, что меня Иваном зовут? Ist russisch Boxer. Box. Steh auf. Na, Box, Ivan. Поторопитесь, ребята. Хорошо, он тебя. Русский боксер, господин Королёв? Господин Прокопенко. Унтер-офицер Абельс. Унтер-офицер Абельс. Wir garantieren Ihnen Leben. Мы гарантируем вам жизнь. Sprechen Sie das, was ich Ihnen sage. Будете говорить то, что вам скажу. Nein. Нет. Вилли, возьми телефон и говори. Я Абельс. Русский сдался в плен. Отправляем на бронетранспортере в штаб. Унтер-офицер Абельс. Ein Russe ist gefangen. Er hat wichtige Informationen. Jawohl, ich schicke ihn mit dem Panzerwagen zum Stab. Verstanden, Ende. Von hier kommen Sie nicht weg. Das Вам отсюда не уйти. Район оцеплен. Вперед, в машину. Что, Грач, вот так с немецким комфортом и у реки. Комфорт – понятие субъективное. Диогену и в бочке было хорошо. Философ. Марина, где мы? Сейчас. Здесь. А за этим лесом? Километров 5. Каменный карьер. Порядок. Шин, шин. Sie haben gut gearbeitet. Сработано прекрасно. Jetzt muss man auf allen Straßen und Waldwegen выставить заслоны на всех дорогах и просеках. Sperren aufstellen, sage ich, а пленного доставить сюда. Unbedingt hierher zu штаб. Штурмбанфюрер, noch etwas. Sofort den Panzerwagen. Немедленно перехватить бронетранспортер. Alle festnehmen, die и взять всех, кто там есть. Alle. Всех. Der
Das gefällt mir alles nicht. Не нравится мне все это. Да скорость не врубай! Давай, поехали! Фашистская! А ты ее по-немецки? Слушай, мудрик, иди ты! Спокойно, старшина! Товарищ майор, может, хоть Марина уйдет? Спокойно, без паники. Гранату! Не торопись. Стандартенфюрер, бронетранспортер на нашем участке. Несколько минут, и мы их схватим. Еще одну. Ваня, дальше прорывайся один. Гуджи будет ждать у затона. Приготовиться, будем прыгать. Есть, командир. Thank you.
Wo sind die Russen? Где русские? Господин генерал, где русские? Где? Я вас всех отдам под суд. Всех. Наказывать некого. Более разумно представить погибших к награде. Каких-то 5 человек против целого соединения. Да, господин генерал. Я уверен, что это и есть главные силы русских. В таком случае я лично буду командовать операцией преследования. Основная группа по-прежнему молчит. Второе контрольное время на исходе. Кукушка докладывает, противник усиленно контролирует подходы к реке, минирует фарватер. Есть. Есть. Доложить через час, товарищ первый. Вон там будет овраг. Каменоломня. Вперед! Точно, здесь. Из этой штольни камень к реке возили. Вилли, веревку. Опять стрелять придется. Посмотри еще там. Марина, а ты точно помнишь? Это здесь? Перестань. Прекрати. Озерин, сюда. Ой.
Вилли, ждем тебя на той стороне, у выхода. Ждем. Штандартенфюрер, водолазы прибыли в ваше распоряжение. Водолазы прибыли. Левом берегу расстояние километра до 40 танков. Also fast! Aufgepasst! Entdeckung! Меняю дислокацию. Начинаю второй раунд. Сквознячком потянуло. Выключить фонари. Свет. Грачев и Мудряков, разведать лаз. Есть. Штрома будем ждать здесь. Разверни рацию. Herr General. Feiglinge. Hundestaffel. Meier, Schulz, Wachter, Bewerber, bewegt euch hier an. Bewegt euch hier an. Los, wie sich da unten so los, ja, du auch. Ja, Name, Herr Rücker. Der nächste Hund. Rechts. Los, los. Schnell. Da, aber schnell. Хорошо поешь, Вилли? А? Хорошо поешь! Что ты кричишь? Выходи на связь, Марина. Вышли на финишную прямую. Товарищ генерал, группа Озерина. Вышли на финишную прямую. Докладывает 21-й. Отряд вышел на финишную прямую. Я в успехе уверен. Конечно. Запасной вариант остается в силе. Есть, товарищ командующий.
Иван, ты чего железом бросаешься? Ва! Череме, ты живой? Протока. Это? Да. Значит, вниз по течению, та старая баржа. Nimm schon an, Willi. Es sind nur drei. Pack die Kisten aus. Mach schneller. Standartenführer, das sind nur drei, dafür aber Asse. Vorsicht! Von rechts umfahren! Trosse lösen! Еще раз напоминаю. Сбор в левом разбитом понтоне. И осторожнее, ребят. Машине стоп. Was ist los? Что случилось? Merkwürdiges Treibholz, Standartenführer. Подозрительное бревно. Всем лечь!
Da schwimmen eine Menge Baumstämme. Там еще бревна. Bringen Sie sofort in Erfahrung, woher die Baumstämme kommen. Немедленно выясните, откуда взялись эти бревна. Слушаюсь. Alle Mann ins Boot. Все в катер. Mit dem Bella. Verdammt. О, Прокопенко. Саша, ты готов? Идешь за ним. In den Bergen hat es starke Regenfälle gegeben. Dadurch ist der Staudamm geborsten. В горах прошли дожди. Und jetzt haben Вода поднялась и сорвала запруду. Die Stämme kommen von oben. Damm wird repariert. Оттуда и плывут бревна. Beobachtung verstärken. Усилить наблюдение. Ну, Вилли, Гуджи, привет от всех. Угу. Будьте осторожны. Ваш вариант последний. Может, к нему и не придется прибегнуть. Здорово. Че это ты здесь? Пойдем ко мне. Я тебя на континент переправлю. So warm zum Eierlegen. Ach, trotzdem würde ich lieber zu Hause. Die Zeit zu Hause, der macht mich verrückt. Was ist das? Ein Hase, Herr Oberleutnant, ein Hase.
Вот мы и добрались. А где Саша? Пошла, Марина. In Marschordnung antreten! Kann man das nicht ein wenig beschleunigen? Jawohl, los, setz die Glocke auf. Los, Dali. Я донырну. Я обязательно донырну. Что ж, последний вариант, Куджи. Покажем фокус. Можно и фокус. Standartenführer! Fertig.
все сделала. Zurück! Noch mehr zurück, habe ich gesagt! Schneller! Zurück! Wieder!